Есть такая профессия – родину защищать. Под таким названием завершился месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы в Тибердинской средней школе, имени Магомета Халилова. Также прошло торжественное открытие парты героя, участника СВО, выпускника данного образовательного учреждения Султана Байчорова. На мероприятии побывал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Завершающий день месячника оборонно-массовой военно-патриотической работы во 2-й Тибердинской средней школе имени Магомета Халилова прошел достаточно на высоком уровне. Для всех собравшихся была организована яркая праздничная программа. Школьники исполняли известные композиции советских и современных авторов о Великой Отечественной войне. Директор образовательного учреждения Аминат Семенова отметила, что подобные мероприятия прививают молодому поколению чувство патриотизма, сохранение героической истории наших предков. Хочу сказать, что этот месяц у нас прошел очень тепло, очень одушевленно. Все дети приняли самое активное участие. Классные руководители очень сильно постарались. Не осталось равнодушным никого. Сейчас вот наше время, как говорится, сила нашей страны заключается в силе нашей армии и в настрое граждан нашей России. И настрой у нас очень хороший. Также в рамках закрытия месячника в зале славы 2-й Тибердинской школы открыли парту героя, участника СВО, выпускника этого образовательного учреждения Султана Байчорова. Учителя отмечают, что Султан приезжал и общался с учащимися, рассказывая, что именно духовно и физически здоровое поколение – будущие защитники Отечества. Подобные мероприятия позволяют нам вспомнить подвиг тех, кто ценой собственной жизни сумел сохранить нам мир и благополучие, признаются школьники. Эти мероприятия проводятся, на мой взгляд, для того, чтобы мы, молодое поколение, поколение, которое в будущем войдет в общество, понимали ценность и важность вот этого всего, войны, понимали важность армии в нашей стране. И как сегодня представили, сказали, тяжело найти страну, которая воевала больше, чем Россия, которая пережила больше, чем Россия. К нам прививают чувство патриотизма этими мероприятиями. Школьники и учителя порадовали собравшихся исполнением военных патриотических песен и танцевальными номерами. Алихан Лепшоков, Ахмат Чотчаев, Ренат Муков, Вести Карачаева-Черкесия, Тиберда.